В окружной столице чествовали служители Фемиды. Впервые в истории Ненецкого округа лучшие представители этой профессии были удостоены ежегодной региональной премии «Юрист года Ненецкого округа». Награда была учреждена в этом году по инициативе регионального отделения Ассоциации юристов России. Церемония вручения премии и других наград за профессиональные заслуги прошла в канун профессионального праздника юристов. В канун профессионального праздника лучшие юристы Ненецкого округа были отмечены почетными грамотами администрации НАО, благодарственными письмами главы региона. Профессиональное почетное звание «Почетный юрист Ненецкого округа» присуждено заместителю начальника правового управления аппарата администрации НАО Оксане Сидоренко и нотариусу Николаю Кольчишкову. Пользуясь случаем, хотел бы поздравить всех с замечательным праздником Днем юриста. Напомнить всем, что мы все находимся на одной площадке. Эта площадка называется закон. Мы когда-то все выбрали профессию юриста. Профессию юриста, значит, служение закону. Я от всей души поздравляю вас с замечательным праздником. Лауреатами ежегодной региональной премии «Юрист года Ненецкого округа» стали 8 человек. При определении победителей конкурсная комиссия учитывала профессиональные заслуги и достижения. Одним из лауреатов премии «Юрист года Ненецкого округа» в номинации «Правоохранительная деятельность» стал председатель окружного суда Евгений Мартынов. Мы вспоминаем о людях, когда они умирают, заслуги. А надо, наверное, помнить тогда, когда они живут, когда они работают, они трудятся. Поэтому наши почетные юристы – это действительно заслуженные юристы. Заслуженные юристы Ненецкого автономного округа, которых знает весь округ. Свой профессиональный праздник юристы отмечают ежегодно 3 декабря. Эта дата была выбрана не случайно. В этот день в 1864 году в России была принята серия судебных уставов и других законодательных актов, которые легли в основу судебной реформы. Именно этот день, вплоть до 1917 года, российские правоведы считали своим профессиональным праздником. Ирина Нежалова, Леонид Шишелов, телеканал «Север».